Погода сегодня такая для ТО. Если вот видно, я стою около Лады Трансавто, и вот на лобовом стекле видно, как падают маленькие-маленькие такие, остаются снежиночки. Вот он, снег, как выглядит в Сочи. В августе 17-го и весной 18-го. Ого, ливень. Если на сухую сделать, он порвется. Все, понятно. Но это 15 тысяч. Ну, когда колодки сотрутся, ага. Мы их можно и при, после 5 тысяч стереть. Все, отрезать. Ну, мы спокойно ездим. Диски будем менять на следующее ТО. Колодки пока ничего. Shell Helix — это полусинтетика? Да, 240. А не магазинно означает это прямые поставки? Это прямые, да, оригинальные, которые не подпольные. А? Нет. На этом проще. Вот, да? Вот на Веске его не захочется. Да уж. Состояние. Это все замки, да, смазывают? Обязательно. Немножко изляпается, но потом тряпочка пойдет. Или, в принципе, можешь не трогать, сейчас дождем ее смой. Просто по-другому никак. Это шикарная смазка. Угу. Чтобы не было ни скрипов. Это сейчас сам на ходу будет ехать, я на самом. Погода, конечно, сегодня в Сочи. Жесть. Ливень. В общем, получилось у меня по расходникам 3100. Это масло бачковое и фильтры. По работе 3500. Сделали все почти за час, очень быстро.
Но зато я никуда не ездил, ничего нигде не заказывал, ничего не ждал, нигде не платил за доставку, не платил за отдельные виды работы, машину полностью всю проверили. За все вместе 6500. Теперь до 60 тысяч километров можно спокойно ездить. А вот и наша машинка.